История оставила человечеству множество загадок, которые нам еще предстоит разгадать. Одними из таких загадок сегодня остаются древние постройки, сделанные из огромных каменных глыб весом в сотни тонн. Версии относительно строителей таких сооружений разные. Некоторые предполагают, что древние люди обладали невероятной техникой, другие, что в строительстве участвовали пришельцы с других планет. Кто на самом деле построил мегалиты Баальбека? Археологи относят его к сооружениям римской эпохи. Однако, факты указывают на то, что самыми первыми строителями комплекса были вовсе не римляне, а некоторая очень высокоразвитая в технологическом отношении цивилизация, возможности которой поражают даже современных строителей. Хотя мы, возможно, никогда не узнаем, кто именно и зачем возводил эти невероятные памятники, археология продолжает давать ценные сведения о наших прошлых цивилизациях,